Сначала вопрос. Кто смотрел фильм «Убийство в Восточном экспрессе», любую экранизацию, или читал роман Агаты Кристи? У меня просьба персонально к вам. Я хочу, чтобы эта лекция прошла без спойлера. Потому что в детективе, как ни в каком другом жанре, важна неожиданная концовка. Я не хочу портить тем, кто не смотрел фильм или не читал книгу, удовольствие первого знакомства. Поэтому я не буду раскрывать сюжетные тайны и вас прошу в нашем диалоге тоже этого не делать, если можно. Договорились? Сюжетные тайны – это в первую очередь детективная загадка. Мы не будем сегодня говорить, кто убийца. Кое-какие детали финала, например, сюжет о прощении, мы будем обсуждать. Вот что у меня есть. Что это? Понятно. Что оно означает? Вещь в себе. Вечную жизнь. Вы, может быть, помните сказку про курочку Рябу? Там, где жили-были дед и баба, была у них курочка Ряба, снесла курочка яичко и так далее. А знаете ли вы, что это фальшивка? Сказка? Да. Что это не настоящая сказка, это поздняя упрощенная переделка. В сборнике сказок Афанасьева эта сказка звучит примерно так. Жили-были старик со старушкой. Была у них курочка-татарушка. Снесла яичко в куте под окошком. Положила на полочку. Мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко разбилось. Старик плачет, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе трясется, девочка-внучка с горя удавилась. Идет мимо просвирня, спрашивает, чего вы плачете? Старики начинают пересказывать. Как же нам не плакать? Я старик, мы старик и старуха, у нас есть курочка-татарушка, она снесла яичко. Пестро, востро, костяно, мудрено. Положила на полочку, мышка шла, хвостиком тряхнула, полочка упала, яичко разбилось. Я, старик, плачу, старуха возрыдает, в печи пылает, верх на избе шатается, девочка-внучка с горя удавилась. Просвирня, как услышала, все просвиры поломала и побросала. Идет дьячок и спрашивает, ты зачем просвиры побросала? Просвирня пересказала ему все горе. Дьячок, как услыхал, побежал, на колокольне колокола перебил. Идет поп, спрашивает, ты зачем колокола перебил? Дичок пересказал ему все горе, поп как услышал, побежал, все книги изорвал. Так что такое яйцо? Яйцо это, во-первых, первоначало и исток мира. А во-вторых, одновременно с этим это и есть мир как таковой. И для мифологической картины мира здесь нет никакого противоречия, потому что в мифологической картине мира время условно, действие разворачивается в вечности. И то, с чего вещь начинала быть, остается тем же. Любая вещь тождественна своему началу. Поэтому то, что возникло из яйца, то и остается яйцом. Мы живем в мире, который перенасыщен обломками мифов. Это своего рода суп, в котором плавают большие жирные куски мифов. И я предупреждаю сразу, что я буду сегодня предлагать символическую интерпретацию убийства в Восточном экспрессе. Я знаю, что многим такая интерпретация не по душе. Им я хочу сказать. Во-первых, отказываться от символических толкований может только очень благополучный человек. Человек, у которого все есть и которому всего хватает. То есть, собственно, не человек вовсе. Символон, если вы знаете, это так называлась монета, разделенная, разломная на две половинки, по которой люди узнавали своих, когда эти половинки сопоставляли. То есть через символическое толкование мы получаем возможность обрести недостающие, те смыслы, те части, которые нами утеряны. Во-вторых, отказываться от символической интерпретации детективного произведения значит не понимать суть детективного произведения.
Потому что основная идея детектива, собственно, та же самая, это восстановление целого по частям. Накапливание улик, которые потом образуют пазл, мозаику, единую картину. Каждый крупный писатель, в отличие от мелких и неудачных писателей, формирует эту свою мозаику из разных частей мифа. Вопрос всегда заключается только в одном. А сам писатель это понимает или нет? Этот вопрос очень часто задают. А вот то, что вы говорите, это сам автор знал? Иногда кажется, что нет. Но это и не важно. Иногда кажется, что знал. В случае с Агатой Кристи можно быть почти уверенным, что Агата Кристи понимала, какой символический смысл имеет ее произведение. Во-первых, Агата Кристи была хоть и любительницей, но археологом. У нее был один из мужей археологом, она много бывала в экспедициях, и она очень хорошо разбиралась в древностях, в древней культуре. У нее есть, например, одна книга про Древний Египет. Во-вторых, не случайен, далеко не случайен, более чем не случайен выбор имени героя. Эркюль Пуаро означает Геракл. Это, кстати говоря, очень хорошо и многократно, может быть, даже с некоторой излишней настойчивостью, подчеркнуто в новейшей экранизации Кеннета Брана, где Пуаро даже как-то преувеличенно подчеркивает эту параллель. Кстати, можно быть совершенно убежденным, что и театральный режиссер Кеннет Брана, который снял «Новое убийство в Восточном экспрессе» и сыграл Пуаро, тоже прекрасно улавливал и разрабатывал символические параллели. Вот один из примеров, который уже многократно подвергли насмешкам в критике. Это одна из финальных сцен, где за основу взята картина «Тайная вечеря». Может быть, это даже и не очень уместно. Может быть, это и не очень имеет отношение к смыслу. Я бы сказал, что, конечно, тут есть некоторая символическая параллель, но она очень отдаленная. Но во всяком случае, это хотя бы намек нам, что сюжет фильма недостаточно воспринимать строго буквально. Что там есть что-то еще. Роман «Убийство в Восточном экспрессе» был написан в 1934 году. Это очень тревожный год для Европы. Только-только люди начали оправляться после Первой мировой войны. Но уже пришел к власти Гитлер, и за тот год, что прошел с этого момента, начинает очень-очень отчетливо пахнуть новой войной. 2017 год, когда экранизирована вновь эта книга, тоже довольно тревожный год. И, на мой взгляд, далеко не случайно то, что фильм имел большой коммерческий успех, если уж говорить об этом. Он собрал уже 300 миллионов в мировом прокате. И это говорит о том, что он вошел в какой-то резонанс с современными событиями. Критики уже отметили, что главный герой фильма «Убийство в Восточном экспрессе», как вы думаете, кто? Это поезд. Поезд, железная дорога – это традиционные символы как для европейской культуры, так и в особенности для культуры русской. Начиная от Некрасова и заканчивая, если хотите, Андреем Макаревичем. Помните вот эти строки? «Все хорошо под сиянием лунным, всюду родимую Русь узнаю. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою. Справа дороженька, насыпи узкие, столбики, стрелки, мосты. А по бокам-то все косточки русские, сколько их, Ванечка, знаешь ли ты? Чу! Восклицанья послышались грозные, стоны и скрежет зубов. Тень набежала на окна морозные. Что там? Толпа мертвецов». Это поэтический триллер Некрасова «Железная дорога», где за поездом бегут призраки людей, которые погибли на строительстве. Поезд стал уже не просто символом, а почти аллегорией
технической цивилизации, машинной культуры, которая разрушает традиционный уклад жизни. Второе значение поезда – это судьба. Потому что поезд идет по рельсам. Конечно, есть варианты этой судьбы, потому что есть разные ветки, но, как поет тот же Макаревич, поезд проедет только там, где проложен путь. Получается, что поезд – это метафора истории. Истории, которая несется по пути прогресса. Откуда идет поезд у Агаты Кристи? И куда? Почему он называется «Восточный экспресс»? Он идет с востока на запад. Восток традиционно связывается с дикостью, варварством. Запад с прогрессом, культурой и просвещением. Таким образом, перед нами прозрачная метафора исторического прогресса. И застревает он где? Кто хорошо помнит сюжет произведения. Где происходит остановка поезда и все дальнейшие события романа? Он застревает на Балканах. А Балканы тоже для европейского сознания это очень значимое место. Это, как говорил Черчилль, мягкое подбрюшье Европы. Это некая промежуточная серая зона, которая еще не Запад, но уже не Восток. И оттуда исходит всегда опасность. Именно там началась Первая мировая война. Поезд и в книге, и в фильме останавливается. И в фильме это тоже очень настойчиво подчеркнуто. Может быть, более настойчиво, чем в романе. Он останавливается в момент, когда происходит убийство. Кстати, убийство происходит в купе. Это еще одна очень хорошая метафора. Метафора индивидуализированной культуры. Где отгорожены люди друг от друга по одному или по двое. Это не плацкарта. То есть история, которая описывается Агатой Кристи, в плацкартном вагоне, наверное, не могла бы произойти. Где есть более крупное сообщество. Происходит убийство. В этот момент в фильме нам показывают, как сходит лавина. Поезд сходит с рельсов. И в этом выделенном отрезке времени, в этом замкнутом участке пространства, Агата Кристи разыгрывает свою драму о происхождении власти. Не надо думать, что речь идет о каком-то историческом домысле, о какой-то реконструкции, о попытке заглянуть в прошлое. Нет, власть учреждается постоянно. Ну, например, она учреждается в момент революции, переворотов. Но в каком-то смысле можно сказать, что власть вообще ежеминутно конституируется. Потому что ежеминутно мы даем или не даем согласие этой власти подчиняться. И вот, на мой взгляд, убийство в Восточном экспрессе – это и есть притча о том, откуда берется и как появляется власть. Что это за власть? У нее есть несколько очень любопытных особенностей. Во-первых, эта власть неофициальная. Обратите внимание, что ни в книге, ни в фильме вообще нет представителей государства. Там есть, правда, комический персонаж, начальник поезда, который совершенно ничего не может, и в конце Пуаро говорит про него презрительно, этот человек просто будет молчать. Это вообще очень характерно для классического английского детектива, вы там не встретите никогда того, чтобы власть принадлежала какому-то официальному чиновнику, полицейскому, нет. Это не английская традиция. Это потом попытались сделать французы в лице Мегре с их постоянной любовью к власти и американцы в лице Коломбо. Что было, в общем, достаточно любопытной попыткой эстетической реабилитации власти. Но в случае с Агатой Кристи мы имеем дело с другой идеологией. Эта власть неофициальная, это власть интеллектуальная. Это власть, если хотите, платоновская, власть мыслителя. И, наконец, что особо важно, это власть, которая взрастает на дрожжах справедливости. Что такое справедливость, мы знаем еще от Платона. Платон дал универсальную формулу на все времена. Справедливость – это когда каждый человек находится на своем месте.
И, собственно, вся дальнейшая рефлексия по поводу справедливости, все дальнейшие препирательства сводятся только к тому, а где же это свое место? То есть, кому ехать в купе, кому ехать в плацкарте, кому быть вообще выкинутым из вагона? Наш российский закон дает нам две версии понимания того, что такое справедливость. Первая версия – справедливо то, что соответствует закону. Эта версия носит, я бы сказал, характер трусливого официоза, потому что тогда получается, что никакого смысла в этом понятии нет. Справедливость – это то же самое, что законность. Поэтому рассматривать эту версию смысла нет, достаточно просто констатировать, что есть такие негодные попытки, по сути, отменить справедливость. Другая версия, более смелая и честная во всех отношениях, это версия, которая закреплена в Уголовном кодексе Российской Федерации, где говорится, что справедливое наказание – это то, которое соответствует степени опасности деяния, обстоятельствам совершения и личности виновного. Иначе говоря, здесь мы имеем дело с плохо замаскированной идеей Талиона. Око за око, зуб за зуб. В идеале лучшее наказание – это то, которое просто повторяет преступление. Это принцип симметричности или принцип зеркальности. Но тут возникает одна загвоздка. Догадываетесь ли вы, какая? Это тоже, об этом мы чуть попозже поговорим, но есть еще одно более пикантное, я бы сказал, обстоятельство. Дело в том, что если наказание идентично преступлению, то как мы вообще опознаем, а что перед нами, наказание или преступление? Ведь многократно уже доказано историками, что одни и те же деяния, как правило, являются и наказаниями, и преступлениями. Например, кража и штраф, изъятие денег. Чем не одно и то же? Убийство и казнь. Это одно и то же деяние. Скажем, тюремное заключение и похищение человека. Это одно и то же деяние. И как быть? Как нам идентифицировать правильно, с чем мы сталкиваемся? Собственно, именно эта проблема решается в романе «Убийство в Восточном экспрессе». То, что произошло в этом купе, это преступление или это наказание? На мой взгляд, лучшее объяснение этой странной идеи зеркальности дал многим из вас хорошо известный швейцарский антрополог Рене Жерар, который видел причину этого, на мой взгляд, повторяю, очень странного принципа. А странен он потому, что вроде нет логических оснований, почему нужно отвечать на то же самое тем же самым. Так вот, он объясняет это двумя особенностями человеческой природы. Это склонность к подражанию и склонность к агрессии. Ну, так устроен человек, сказал бы Рене Жерар, что он копирует других людей. Поэтому, когда кто-то совершает насилие в отношении вас, или кого-то из тех, с кем вы себя отождествляете, то естественной реакцией человека является совершить насилие в ответ. И Жерар говорит о трех моделях социального устройства, которые могут быть построены на этом понимании человеческой природы. Первая модель – это месть. Когда признается вполне легальным и естественным, что за причиненную смерть необходимо причинить смерть, за увечье – увечье и так далее. Проблема с местью ясна. Это проблема бесконечности цепочки насилия, потому что на любую месть можно тоже отвечать местью. И это ставит, как говорит Жерар, под угрозу все сообщество, потому что возникает, как он это называет, меметический кризис. Когда уже в какой-то момент насилие зашло так далеко, что невозможно понять, кто его начал и кто прав, а кто виноват. Это просто бесконечная череда насилие, где все люди одинаковые, они все становятся, как говорит Жерар, чудовищными двойниками. Нет уже ни преступника, нет мстителя, все преступники и все мстители. Поэтому придумывается другая модель, это жертвоприношение. Когда излишки насилия сбрасываются на заведомо невиновное лицо. Прелесть этого решения ясна.
можно выбрать того, за кого мстить не будут. То есть совершенно безобидное, безответное существо, которое это насилие в себя всасывает, поглощает и нейтрализует. На некоторое время, пока не выработается новый излишек насилия, тогда выбирается опять такой же козел отпущения, как это называется, и так далее. Но и эта модель себя исчерпывает, потому что рано или поздно открывается невиновность этой жертвы. И появляется третья модель, которая называется справедливостью. Но парадокс в том, что эта модель по сути идентична первой. Потому что справедливость это по сути не что иное, как та же самая месть, когда опять насилие обращается не на случайную жертву, а на того, кто насилие инициировал. Но с некоторыми небольшими техническими усовершенствованиями. Например, мстит уже не потерпевший и не его ближний, а мстит некая абстрактная, объективная, отвлеченная инстанция. То есть не заинтересованный наблюдатель. И благодаря этому тоже цепь насилия размыкается, потому что мстить этому наблюдателю смысла нет. Так вот, именно это и происходит в романе «Убийство в Восточном экспрессе», как мне представляется. Нужен этот объективно незаинтересованный наблюдатель, который даст оценку тому, что произошло в поезде. Вы когда-нибудь задумывались, те, кто знают сюжет, вот над какой странной деталью? Разве не было ясно, что план убийства не сработает, так как в поезде в соседнем купе едет Пуаро? Я когда смотрел недавно фильм, мне опять это стало абсолютно ясным. Этот план не мог сработать, потому что нельзя было спрятать концы в воду, так как он рядом, он все видит, и он, будучи тем, кем он является, легко этот план расколет. Но в этом-то и дело. Я думаю, что суть дела была даже не в убийстве, а суть дела была именно в том, чтобы приехал ревизор и показать ревизору это убийство, чтобы он его оценил. То есть я думаю, оно специально было сделано для Пуаро. Это убийство. Это демонстрация. Пуаро идеально подходит в качестве этого независимого наблюдателя. Вот почему? Во-первых, он именно тот самый, как ты сказал, человек из другого места. Чужак. Иностранец. Из Бельгии, черти откуда. Который не заинтересован ни в ком и ни в чем. Который никого не знает. Ни жертву, ни подозреваемых. Кроме того, и вот здесь обращаю ваше внимание на ту деталь, которую в кино пока, к сожалению, никто не смог должным образом передать по некоторым объективным причинам, но на которую сама Агата Кристи указывает тоже очень настойчиво. Вот первое появление Пуаро в романе. Обратите внимание на последние строчки. Человечек снял шляпу, ну и голова. Не дать, не взять яйцо. В фильме, и это еще раз меня убеждает в том, что режиссер прекрасно понял идею Агаты Кристи, есть замечательная сцена, это первая сцена в фильме. Кто помнит, можете подсказать. Когда Пуаро измеряет яйца линейкой. Ему приносят два яйца, и он отказывается их есть, пока он не убедится в том, что эти яйца симметричны. Но по сути, именно в этом и заключается его миссия. Он должен оценить, чем было убийство в экспрессе. Оно было местью или оно было актом справедливости. Пуаро принимает решение простить. Тем самым, этим решением, он делает три дела разум. Во-первых, он находит четвертый режим поведения, не месть, не жертвоприношение и не возмездие. Помилование – это четвертый режим, который тоже разрывает цепочку насилия. Но при этом, во-вторых, Пуаро легитимирует то насилие, которое было уже совершено. Он его санкционирует. Когда он принимает решение убийцу не выдавать.
И третье, и может быть главное, что делает Пуаро, он конституирует собственную власть. Как того, кто имеет право принимать такое решение. Как того, кто имеет право отличать месть от справедливости. И кроме того, ему пришлось сделать еще одну вещь. Ему пришлось сохранить в тайне разгадку. Он в итоге полиции сообщил ложную версию. Это тоже по Жерару. Потому что, как пишет Жерар, справедливость должна быть окутана покровом тайны. Зачем? А если люди поймут, что справедливость — это та же самая месть, ее никто не будет уважать. Тогда она не будет ничем отличаться, и мы вернемся опять к ситуации мести, и все пойдет по кругу. Нужно поддерживать иллюзию, что справедливость — это не месть. Поэтому здесь нужно опустить занавес молчания, что он прекрасно делает. Итак, пафос Агаты Кристи – это апология интеллектуала, это возвеличивание функции мыслителя, почти по Платону. Что такое голова в форме яйца? Это значит сознание, которое вмещает в себя весь мир. Это сознание, которое тождественно бытию. И, следовательно, сознание, которое контролирует этот мир. Поэтому философ, мыслитель, интеллектуал – это природный правитель. И высшей легитимностью будет именно та легитимность, которая исходит от интеллектуала. Не от народа, не от Бога, не от чиновников, а именно от интеллектуала. Пусть даже вопреки официальному правопорядку. И это страшная идея. Это страшная идея, которая присутствует почти во всех произведениях детектива. Есть случаи, когда преступление простительно и даже заслуживает одобрения. Это есть то, что Гегель называл право героя. Право перешагнуть существующий порядок во имя будущего. Агата Кристи, я думаю, могла бы это назвать право Геракла. Спасибо.